Салют, друзья, с вами Интересный и я Фикус. Наконец-то настал момент, когда мы выгуляем нашу куколку. Если кто не знал, то это такой агрегат, который выдувает воздух с такой силой, что он просто двигает любые предметы, к которому ты его прикрепишь. Сегодня мы будем испытывать его на воде и специально для этого построим настоящую лодку из пенопласта. Мы выбрали пенопласт, потому что пенопласт очень легкий и лодка будет легкая, поэтому больше шансов разогнать большую скорость. Сейчас главное его еще завести. В старые добрые времена раскладываем пенопласт просто на полу и уже проектируем будущую лодочку, нашу ютубочку 2.0, прямо здесь, в магазине. Наша ютубочка была на полметра меньше, но мы сейчас добавили еще один лист пенопласта сзади для того, чтобы поставить наш мотор-вентилятор. Вот здесь у нас, конечно же, будет еще нос, поэтому здесь он немножко обрежется. И еще у нас будет, как и должно быть, борта. Мы еще запаслись монтажной пеной, теперь поехали строить. Вот это и есть наша лодка. Вы можете подумать, что эта лодка очень какой-то несвоебразной формы, но у нас еще обрежется нос, а сзади у нас будет вентилятор, тоже займет немало места. Поэтому, когда мы ее закончим, она будет довольно-таки правильной геометрической формы. Я не знаю, я не могу насладиться этим пистолетом, потому что, я не знаю, мы всю жизнь пользовались вот этими, знаете, баллонами с трубочкой, но этот пистолет просто нечто. Во-первых, он выдувает именно малый слой, то есть это экономнее. И второе, он настолько далеко это делает, вот смотрите, даже, смотрите, па-бам! Все, теперь у нас есть вертикальная лежанка. Итак, прошло 20 минут. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! У нас дно готово. Вернее, его половина. Ребята, я купил себе новый iPhone 62 Plus Plus XY Plus. Прикольно. Ты таким размером был. Друзья, в общем, у нас будет два слоя пенопласта. Хоть мы и будем ложить второй слой в шахматном порядке, но этого недостаточно для того, чтобы конструкция была такая прочная. Поэтому в середину мы положим прослойку ДВП. Что ты делаешь? Пишу имя победителя. Кстати, в предыдущем видео победил рандомный комментарий Руслана Емельсалиева. Если ты хочешь, чтобы твое имя прозвучало в следующем видео и мы его написали на стене, обязательно ставь лайк, пиши любой комментарий внизу и досмотри ролик до конца. Вот это круто! Я Рэмбо! Ты не ракакал. Извини, Емельсалиев. О, сороконожка. Это, кстати, древняя ископаемая. Она еще жила при динозаврах. Да? И туда не надо лезть. Аминь. В общем, так как у нас будет мотор, нужно его к чему-то хоть примерно прикрепить, потому что пенопласт ты никак не прикрутишь. Поэтому мы помимо ДВП ложим еще лист ОСБ. Чик. О, к которому мы потом сможем прикрутить вот нашу конструкцию. В общем, друзья, сегодня нас ждут морские приключения, потому что мы сегодня уже будем плавать. Осталось у нас, по сути, буквально всего ничего. Борта и приспособит наш двигатель. У тебя ровно стал? Четко. Идеально просто. Блин, вообще как будто специально делалось для этого.
У нас как раз осталось нужное количество пенопласта, чтобы сделать борта. Собственно, чем мы сейчас и займемся. Как и на любом судне, у нас должен быть спасательный круг. Мы взяли колесо от тачки, покрасим его в оранжевый цвет, чтобы его было видно на палубе. В общем, в последний момент мы поняли, что у нас нет поворотного механизма. И в последний момент, именно быстренько, я начал приспосабливать, из чего попало, из всего, что было под рукой, поворотный механизм. И что получилось? В общем, вот это наша будет поворотная такая штука, мы не знаем, как называется. Она будет входить вот в это отверстие, ну только с этой стороны, потому что она должна быть в глубине. А поворачивать мы будем тем, что мы будет вот, видите, трос. Мы будем тянуть за трос, допустим, вот в эту сторону, хоп, оно будет поворачиваться. Потом тянуть в эту сторону, будет поворачиваться так. Ну, а в этом же отверстии оно будет зафиксировано. И мы уверены, что все будет работать. Ну, я уверен. Для того, чтобы пенопласт не крошился и не падал в воду, в которой мы будем плавать, мы решили взять и проработать эти срезы ацетоном. Это расплавит пенопластовую крошку и как бы запаяет этот лист. Ну, это теория. Потому что, видите, вон, чтобы не было полное озеро вот этого пенопласта. Все, видите? Видите, вообще ни одной крошки. Вот какой я молодец. Итак, по нашей очень давней традиции мы будем рисовать кнопку YouTube. Кстати, вы знаете, с каких пор мы ее рисуем? И вообще, откуда это все пошло? Самый первый знак YouTube мы нарисовали на нашей первой пенопластовой лодке. А вы напишите в комментариях, как называлась наша первая пенопластовая лодка. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Как красивенько, аккуратненько, а самое главное просто. Итак, мы уже загрузили наш прицеп, поставили нашу лодку моторную, прошу заметить. Также наш сам мотор мы поставили здесь в корме, потом мы его прикрутим уже на берегу, это для того, чтобы мы его не потеряли по пути. Вот, и собственно уже готовы к плаванию. Я уже не могу дождаться, когда мы поплывем, потому что я помню, когда мы плавали на нашей самой первой бочке и делали вентилятор с помощью шуруповерта. А здесь такой здоровый винт, я надеюсь, что мы просто будем рассекать по волнам и очень-очень-очень быстро плавать. Это должно быть просто феерично, круто и бомбезно. В общем, мы уже располагаемся, вот, ветер дует в нашу сторону, что не плюс, но это еще больше шансов проверить наш двигатель на работоспособность такой лодкой. Вообще, даже почему-то не боимся, мы уверены, что все получится, и ваш лайк обязательно тоже поможет нам преодолеть все с большой скоростью. Поехали! Ого! Кстати, с двигателем она такая уже увесистая. Видите, как интересно сделан наш руль? Вот, мы регулировать его будем, представляете, вот этим болтом. Так как его надо занурить глубже, мы просто этот болт будем раскручивать. А регулировать будем вот этим тросом, видите? С одной и с другой стороны. Блин, прикольно! Все, короче, я буду первооткрывателем. Завожу эту куколку, а вы наблюдайте. Я словно вертолет завожу. Ну, да. Покажи класс. Посмотрите только на это, за каких-то 10 секунд, за 10 секунд я почти переплыл это озеро, речка, не знаю, что это, но в любом случае это круто, это так круто, я настолько живых, настоящих эмоций не испытывал, я не помню, когда я последний раз испытывал такие эмоции, вот именно настоящие, дикие, драйвовые, счастливые, можно сказать, вы представляете, мы сгребали лодку, за полдня мы сделали лодку, и эта вещь, она просто молниеносно разносится по волнам. И вообще,
Это мне сигналили или что? Ну, я просто, я в восторге, я в таком восторге. Я вообще, мне слов не хватает описать весь восторг, который я испытываю. Я реально не ожидал, что у тебя что-то получится. Ну, теперь пришло время. Ава! Я думал, что-то не получалось. Плыть вместе. Заводи! Скорость просто бешеная! Ну это столько зрителей, это же, наверное, пятые или шестые ребята, которые поддерживают посмотреть, что тут происходит. Вы представляете, это же буквально последние теплые дни, уже сентябрь, буквально еще, наверное, недельку и все, уже будет холодно, будут дожди, слякоть. Я так этого жду. Кстати, друзья, очень прочные борта, смотрите, не отваливается. Мы взяли просто хороший, наверное, пенопласт, вот. Я думаю, эта лодка нам вообще прослужит еще очень долго. Вот, заводи, поехали далее. Дальше хочу скорость. Напишите в комментариях, с какой скоростью, как вы думаете, двигается эта лодка. Друзья, мы переплыли на совершенно противоположную сторону этого озера. Блин, как классно, мне так нравится. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. Мы решили проверить, сколько человек поместится на нашу лодку. И Серега четвертый. Вы поняли, сколько сюда может влезть человек? Она выдерживает, ну сколько, килограмм 250. И туда можно еще два человека затолкать. Там, она очень просторная. И за первую ютубочку влазило 5 человек, а это еще просторнее. Да даже стоя можно... Реально, а стоя же сколько можно влезть? Что, автобусы стоящих берут, и мы возьмем? Это сколько человек может... Ставьте много лайков, пишите в комментариях. Если хотите, мы в следующем видео набьем целиком лодку стоящими людьми. Стоящими людьми. И посмотрим, сколько человек можно переплыть на этой лодке в стоячем состоянии. Напишите в комментариях, хотели бы вы поплавать на такой лодке. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилось наше творение и вообще понравилось это видео. Также подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами был Интересный и Фикус. Всем пока! Not gonna lie, and I've watched you take the lows, thinking that it wouldn't show.